Так, куда кончить? Первый, потом где-то рядом. Самочувствие отличное, нормальное, ментальное самочувствие. Конечно, хочется играть, хочется принимать участие в играх, в чемпионате. Поэтому ментально, конечно, не хватает самой борьбы, спорта, трибун, болельщиков, вот этого всего накала. Это такая незапланированная пауза, но в любом же случае скажется. Это нужно целый комплекс услуг по подготовке, по, так скажем, еще восстановлению, по подойти правильно к итоговым играм, там, к началу полов. Поэтому это достаточно такой сложный период не только для нас, но и для руководства, для тренерского штаба, любой команды. Было ли такое в твоей практике, что неожиданно так в середине сезона, скажем так, как будто нет. Новая подготовка предсезонная начинается? Нет, такого не было. Это на самом деле первый раз вообще в моей практике. Поэтому вот сейчас проходим, вроде все ребята здоровы, сидят и улыбаются. Как сейчас ощущение тогда этих тренерских занятий, наконец-то, вернувшихся? Да я всегда готов. Для меня и предсезонка в кайф, и какая-то пауза, поэтому все нормально, все отлично. Ну и как проводил тебя в дни? Пока не был тренировок. Отлично, немножко отдыхал, но, конечно же, из, так скажем, из спортивного тонуса не выбивался.